Короче, я могу сказать только одно. Посебется оно все конем, потому что я не сдам на права, наверное. Я не знаю, как они это делают, я не знаю результатов других. Но сегодня мы проходили темы, продолжали темы. Господи, дорожных знаков. 80 вопросов у меня сейчас было. Я не сдала, потому что только из 80 у меня правильно 63. Я не знаю. Мне, походу, придется покупать права. Но нет, я не буду покупать, я буду учить, я все учу. Я отвечаю, я учу. Я вот... Мы проходим тему. Я решаю, учу. И я вот не знаю, я вроде сижу на первой партии, я реально сижу на первой партии. Он что-то мне рассказывает, диктует, ну не мне, а нам всем. Он рассказывает нам всем. Я даже сверяю по учебнику, по вот этой книжке ПДД и так далее. Нахожу, вчитываюсь в слова, такая думаю, круто. А потом я сижу перед этим компом, вижу задания, вот эти билеты сраные, я не знаю эти вопросы. И в итоге... Я уверена, что правильно. Хуяк неправильно, то-то, то-то. Я сижу, думаю, да какого хера, я не понимаю. В общем, просто... Так я ж тебе о том же, я через приложение и нарешиваю, выучиваю все. Короче, жесть, меня бомбит. Я от того, что меня бомбит, есть захотела. Жесть. Не. Права это сложно. Я не знаю, как Андрей учился. Потому что он постоянно пропускал, так он в итоге на права сдал и без взяток, и я вообще в шоке, я не знаю, как это произошло. Ну ладно, тут одно занятие пропустил, и все, уже ничего не утупляешь. Зато, по идее, это мы уже закончили полностью дорожные знаки, сегодня там изучали особые, информационные. Там вот эта вся дичь какая-то. В общем, жесть, 80 вопросов. Я-то думала, хотя бы из них будет правильно 70. Ага, конечно. Привет, Эрик. И вообще, да, всем привет, кто с кем не общалась, с кем не виделась. Ой, нахер. О, собака. Я что-то, знаете, засыковала прямо, отвечаю. Посмотрите, какая псина. Он овчарка, вы видите ее или у меня галлюцинации? Ладно, у меня, походу, галюны. На меня гавкали. У меня гавкали, и мне страшно. Спасибо за приятного аппетита. Не, Рили, спасибо. За месяц, как семечки, будут билеты. Понял. Я так есть хочу. Я обычно иду через дворы, а тут, думаю, пойду вдоль Поляковского шоссе, а потом пойду по Пархоменко. Думаю, посрать. Шла Аня по шоссе и ела яблоко. Отлично, мне это нравится. Я яблоко взяла в сумке. У меня в сумке еще водичка есть. Вот. Не, собак я всегда боялась и буду бояться. И я знаю, что они это чувствуют, но меня не останавливает то, что я не могу никак угомонить свой страх перед ними. Ну вот, срань господня, я иду в темноту, и теперь меня не видно будет. Отлично. Зараза. Спасибо за приятного аппетита. Тому не сказала. Приятный голос, но я еще не пыталась говорить нежно. Я могу еще приятнее, но сейчас меня бомбит безумно. Вот, и я прям, я пытаюсь успокоиться. Потому что, ну блин, я не знаю просто, какие результаты у других. Там как бы полный кабинет у нас людей, народу.
Но мне кажется, я единственная тупая, которая не сдает. Я не знаю, как можно сидеть на уроке, вот ты первый раз в жизни слышишь эту информацию, вот тебе дают тест и 100% его решить. Ну, блин, не знаю я. Ой, жесть. Я так понимаю, ты в Адыги не поедешь? Я не знаю, товарищ полковник ничего не говорил. Я думаю, у нас будет серьезный разговор по приезде в Таганрог. Но его не состоялось. Он меня подвез домой и все. Я единственное, что сказала, меня не будет на занятиях в это воскресенье, потому что я еду в Эльбрус. Ну там, ой, в Эльбрус. Ну, в сторону Эльбруса и так далее. Вот. Так что, не знаю. Ой, Эрик, мальчичек мой. Не переживай, за себя заступлюсь. И то, что молодой человек есть, у меня это везде написано. И у меня на странице, и у меня в группе, но все равно мне всякие извращенцы пишут. Знаешь, это уже бесполезно объяснять, просто игнорировать. Злой у тебя все равно не получается, и выглядишь милой. Не, я могу злиться, я могу так злиться, что вам мало не покажется вообще. Я могу быть грозной, но не как хомяк. Все, я сейчас... Вот вы не поверите, вот куда я иду. Сейчас меня вообще не будет видно, вы будете только слушать мой голос, если кому-то интересно. Мне кажется, как только мое лицо скроется в кустах, ну, точнее, в этом лесоподобном промежутке зоне, то людей станет гораздо меньше. И вообще как-то я стала уже непопулярной, что ли. Раньше у меня было по 100, по 200 человек в эфире, а сейчас не больше 20, я даже расстраиваюсь. Немного. Как Иван Грозный. Тысячелестник. Да. Кастет с собой. Не, я кастет не брала, мне с собой только перцуха. Друг остановит, а у меня кастет. Угу. Так что не-не-не, ради бога. От блядства меня уже не видно. Ну ладно. Мы сейчас идем по аллее. Будем пугать гопников. Эрик, удачи. Если остановят гопники, то отдай телефон и беги. Какой отдать телефон? Я за него кредит еще не отдала. Если ко мне подойдут гопники, то я им еще предъявлю за что-нибудь. Не, я за себя могу постоять, и я никогда не была в той ситуации, чтобы я кому-то что-то отдала. Я даже представить не могу, чтобы я каким-то хмырям просто шпане какой-то отдала свои вещи. Не-не-не, я лучше буду драться, чем вот это вот сдаться. Не-не-не, нахер-нахер. Это как так вот взять и... Ладно, если ты там хлюпенький, я понимаю, там малой или девочка, да, вот тут, да, надо сдаваться. А я же и не совсем девочка, а такое женоподобное существо. Вот. Так что я способна ударить человека. Если вот меня и забьют, и отберут, то тогда ладно, деваться некуда. А если... Не, попробовать стоит. Для начала врезать. Если не получилось, там, ну, значит, не получилось. Хотя бы стоит попытаться, я так думаю. Что еще спросите? Расскажите. Давайте, мне тут до дома осталось минут 5, наверное. Ну, может, даже 10. Не, меньше. Ну, кто-нибудь что-нибудь спросит, а то я жую, хрущу и все. Не, сумка бить не хочу. Сумка у меня дорогая, да и тем более у меня... Все сумки дешевые за 500 рублей. Я боюсь их на плечах нести, потому что лямки отрываются. Не то, что бить кого-то. Убить? Нет, я никогда не смогу убить человека, наверное. Не-не-не, ни за что. Как дела с вождением? Ну, я вон в начале этого эфира рассказывала, как у меня дела с теорией. Пока вождения нет, но вождение вне автошколы. У меня хорошо, у меня все хорошо, правда.
Вот. Ищу человека, друга в Таганроге, кто бы давал мне водить, посидеть за рулем и так далее. А я тут знаю, что у одной птицы, интересной, золотого дрозда, тоже есть автомобиль. Приветик, красотуля, распусти свои длинные волосы. Волосы распустить. У меня руки заняты, я хаваю. Ага. Так что... Не могу я распустить волосы, потому что у меня заняты лапки. Блин, жесть, я так есть хочу. Все, считай, я уже дошла до дома. Сейчас хотя бы доем яблоко, что ли. Угу. Извращенец. Не, ну волосы распустить это нормально еще. Волосы. Ой. Ну не особо и длинные. Вот у меня в хвостике как-то не очень. У меня раньше были длинные до пояса, а потом я их отстригла до плеч. Дура, наверное. Да не могу я распустить, у меня руки заняты, это тормоз. Сейчас будет снова фонарь. Все, я уже прохожу на чучело. Да пусть спамит, благодаря таким спамерам, чи как их там называют, я не знаю. Вот, у меня эфиры популярнее. Не знаю, бред. Так, думаю, куда мне идти? Ну, аптек тут нет. Аптеки на рынке, а до рынка еще идти. Так что... Я, кстати, не знаю этого стихотворения, я его не учила. Вот. Да и толком-то не проходили. Вот. На улице прям осень-осень, я прям в шоке, листва, что ли, или нет. Мне яблоко пополам сломалось, жесть. Это пятиэтажка рядом с моим домом. Здрасте. Не, все отлично, я иду, я все шарю, я знаю этот район. Как свои 5 пальцев. Вот это вот магазин, ларёчек, точнее, в котором мы скуплялись там на переменах. Потому что вот за ним, прямо за ним моя школа. Школа номер 35, Мабусуш. Вот там же, где вот фонарик, где окно светится. Там же был мой и кабинет младших классов на первом этаже. Вот. А вот это, вон там, видите, одно окошко. Вообще, это девятиэтажка. Вот если сейчас присмотреться, то ее относительно видно. И вот в этой девятиэтажке живу на 8-м этаже. Вот. Вся такая ля-ля-ля. Вот, ой. Так что, все. Дохожу уже домой. Скоро будет подъезд. Эппи вас пью, а чё со мной не делишься, я тоже выпила бы с удовольствием. О, я бы прям с удовольствием выпила. Не только пила, наверное. Ой, да, вы только не думайте, что я алкаш. Не-не-не, боже упаси. Я хорошая девочка.
Так что вот я считаю, уже подошла до подъезда. Сейчас я возле 6-го, я живу в 5-м. Сейчас достану ключи. Давай завтра. Кстати, завтра я свободна. У меня завтра есть китайский в 16:30, но он не обязателен. Так что, в принципе, я бы и не против встретиться, я тебе серьезно говорю. Только давайте не в вашем районе, а то мне ехать до Хирища. Может, хотя бы там в Приморке, чтобы не относительно недалеко или в центре. И посидеть, пообщаться. Вот. Я правда, можно этого позвать, как его, Лёху. Ну, если хочешь. Ну, это обсудим в ЛС, наверное. Да, я учу китайский. Ванхао. Ну, вообще, мне уже пора идти, так что... Дадя. Зайтен. До свидания. Я уже захожу в подъезд. Все. Спасибо, что провели меня домой. Я уже захожу, сейчас еду наверх. И все.